Лучшие среди лучших. В Ростове-на-Дону вручили премию «Человек года». Золотым дипломом отметили 18 представителей социально значимых профессий. Спортсменом года стала олимпийская чемпионка Влада Чигирева, а лучшим финансистом – глава холдинга «Life is Good», президент международной бизнес-академии IBA Роман Василенко. Доктор экономических наук, академик Европейской академии естественных наук, президент Международной бизнес-академии, основатель и председатель правления жилищного кооператива Bestway, глава международного холдинга Life is Good, бизнес-тренер, практик, автор социальных программ и инновационных технологий ведения бизнеса, меценат, офицер запаса ВМФ. Это все один человек, друзья мои. Роман Викторович Василенко. Мы создали альтернативу ипотеке, доступную программу приобретения жилья. Жилищный кооператив Bestway предлагает программу приобретения жилья в рассрочку. Дает возможность людям со средним достатком приобрести собственное жилье. И я очень благодарен губернатору Ростовской области за то, что он проводит такие мероприятия. Это подтверждает то, что мы идем правильным путем, мы выгодны для страны и полезны людям. Отличительная особенность премии – победители определяют лауреаты прошлых лет, то есть те, кто как нельзя лучше разбирается в том, за что голосует. И в общем это логично. Комиссии нужно проанализировать, какое влияние оказал номинант на развитие области, обращают внимание и на то, насколько благотворно его работа сказалась на отрасли в целом. В деловой среде премию даже окрестили концентратом мнений бизнес-сообщества. В этом году, кстати, у «Человека года» юбилей. В Ростове-на-Дону премию вручили в 20-й раз.